Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма. З 2010 года вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ствараюць генетычныя пашпарты для жыхароў нашай краіны і замежжа. І за гэты час было створана 15 тысяч такіх дакументаў, якія ўтрымліваюць важную інфармацыю аб генетычных асаблівасцях чалавека. Пра гэты праект мы гутарым сёння з загадчыцай лабараторыі генетыкі чалавека Інстытута генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі доктарам біялагічных навук прафесарам Ірмай Масе. Ірма Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Очень важное дело, которое вы сейчас ведете, важный проект. Давайте мы подробнее расскажем. Генетический паспорт. Почему он необходим современному человеку? Для чего нужен, да? Дело в том, что генетический паспорт – это очень важный документ. В нем находится информация о генетических особенностях человека. Все люди разные, на всем земном шаре генотипы все различные. И в каждом генотипе могут быть и очень благоприятные варианты генов, и какие-то не очень благоприятные варианты, которые могут привести в пожилом возрасте к заболеваниям, тяжелым заболеваниям, таким как инфаркт, инсульт, диабет. И если молодой человек или среднего возраста человек вовремя узнает о том, какие генетические риски его подстерегают, то он получает возможность провести профилактические мероприятия, ну, очень простые, буквально изменив образ жизни, с тем, чтобы эти заболевания не проявились. Но можно не только информацию о будущих заболеваниях, можно о спортивных способностях, можно о причинах невынашивания беременности, можно узнать о особенностях своего углеводно-жирового обмена, то есть есть ли склонность к полноте, можно узнать о чувствительности к разным лекарственным препаратам, вот сейчас мы говорим о персональной медицине, персонифицированной медицине, когда становится понятным, что одни и те же лекарства кому-то помогают, а кому-то вредны. Поэтому очень много информации можно извлечь из анализа ДНК. Таким образом, если у человека даже ничего не болит в молодом возрасте, можно предположить, какие риски у него будут в дальнейшем. А можно ли вот так вот, поменяв образ жизни, какие-то меры профилактики, может быть, раньше начать принимать какие-то препараты и таким образом продлить жизнь? Да, безусловно. И, конечно, все это делается, когда еще никаких симптомов нет. Если уже пожилой человек, у него уже все болезни проявились, уже поздно делать генетический паспорт. Это нужно делать детям, молодым людям, ну, среднего возраста людям, которые еще как бы полны сил и даже не представляют о том, какие угрозы у них будут в будущем. И самое главное, что вот я говорю, генетический паспорт – это руководство к действию, это не приговор. Это, наоборот, руководство действия. И даже не обязательно таблетки. Но вот смотрите, если эта патология сердечно-сосудистой системы угрожает, инфаркт, инсульт, все эти заболевания, они многофакторные. Они зависят и от генов, и от образа жизни. То есть если человек курит, если он полный, если он лежит на диване, то ему при наличии генов риска, конечно, высока вероятность заболеть. Но если мы этому человеку говорим, что вот у него высокий риск тех же сердечно-сосудистых заболеваний, вы знаете, это является таким стимулом, вот уже в ходе моей практики, что люди буквально за несколько дней бросают курить, говорят, вот несколько лет пытался, не мог бросить, но сейчас очень быстро бросают курить, нормализуют вес, начинают заниматься каким-то спортом, там, бегать или ходить в какие-то залы, и они создают такие условия, при которых эти гены риска не проявятся, не реализуется, и он не заболеет, понимаете? Ну, конечно, уже нужно и купить донометр, проверять давление, обращаться к врачам, на всякий случай проверять. И даже если что-то начнется, то это очень рано будет выявлено и очень легко будет вылечено. А есть абсолютно здоровые люди с хорошим набором генов, которые, ну, возможно, даже... Полностью. Да, как ни живи, ничего тебе не угрожает. Но вы знаете, к сожалению, вот ни одного такого паспорта не было. Но бывает, что абсолютно нет, не повышен, так скажем, не повышен риск сердечно-сосудистой патологии. В принципе, риск есть у всех. Но у кого-то это нормальный риск, а у кого-то он высокий.
понимаете? И вот бывает, что нет риска сердечно-сосудистой, нет риска диабета, но есть риск остеопороза, то есть хрупкость костей, которая приводит к переломам. Или наоборот, ну где-то что-то, ну не бывает так, что люди все-таки не какие-то идеальные, не роботы, что-то у них где-то есть. Ну, редко очень бывает, что полностью все хорошо. Но опять же, даже если какой-то там один-два неблагоприятных варианта генов, но если это не очень важные гены, то мы пишем заключение: слегка повышен риск или незначительно повышен риск. Но мы можем писать, что и существенно повышен. Если есть такие мутации, которые увеличивают риск в 10-20 раз, то тогда мы уже можем писать, что высокий риск у человека. Понимаете, это разница. То есть при незначительно повышенном риске человек, ну вот, немножко образ жизни поменяет, и, в принципе, ему ничего не угрожает. И если риск диабета у человека не повышен, пожалуйста, можете есть тортики, конфеты в любом количестве. Но если у вас риск высокий, то, конечно, человек сразу ограничивает употребление сладостей, там, легко усваиваемых углеводов. И это уже половина дела. Это уже, ну, не гарантия, но, во всяком случае, условие того, что диабет не разовьется. Понимаете? То есть мы как раз определяем риски тех заболеваний, которые можно предотвратить, чтобы пользу приносить. Мы напомним наши телефоны: 284-87-21, 284-87-21 и короткий номер для смс-вопросов 1062. И все-таки генетический паспорт, как его получить? Какие анализы необходимо сдать? И вообще, какова методика исследования? Слушатели уже спрашивают, что для этого надо сдать? Ничего. Ничего не нужно абсолютно. Нужно просто записаться к нам или по телефону, или у нас есть сайт Генпаспорт, IGC.BY, и просто прийти. Это независимо, ели вы, не ели, больны, не больны. Гены ни от чего от этого не зависят. А мы берем просто, ну, это называется буккальной петелей, ватной палочкой соскоб с внутренней поверхности щеки. Это абсолютно безболезненно. Это к нам приносят малышей, которые вот недавно родились. Но если мама благодаря генетическому паспорту сумела выносить ребенка, она обычно детей приносит. И даже эти маленькие детки спокойно переносят эту процедуру. То есть буквально поводить ватной палочкой вокруг зубов, внутреннюю поверхность щеки. И тем самым мы собираем клетки, из которых потом выделяем ДНК. И все. Ну, единственное, что это платные услуги, а цена зависит от количества генов, которые человек хочет заказать. Долго это делается? В принципе, эта процедура не очень длительная, но поскольку все-таки у нас организация научная, мы еще занимаемся научными исследованиями, то у нас занимает это 2-3 недели. Но, опять же, зависит от того, как много генов. Потому что кто-то заказывает и спорт, и полностью, как мы называем, паспорт здоровья. Это все, что мы делаем. Это может, буквально 100 генов. Это может продлиться 3 недели. Но некоторые заказывают и 3 гена. Вот врачи посылают там только 3 гена проверить, вот эти опасные мутации. То есть это может быть не быстро. Просто желание, любопытство, а направление врача? Конечно. Особенно то, что связано с невынашиванием беременности. Это у нас самая востребованная услуга. Потому что, во-первых, результат виден очень быстро. Вот если мы говорим, у вас не будет диабета или у вас не будет инфаркта, то как доказать, что у вас действительно через 20, 30, 40 лет ничего не произошло? А что касается невынашивания беременности, к нам обращаются женщины по 6-7 выкидышей. Одна приехала с глубинки, 17 выкидышей. 20 лет замужем, 17 выкидышей, ему непостижимо. И врачи не находят причины. А мы, когда выявляем причины, как правило, это генетические причины, то врачи уже знают тогда, какую надо применить терапию, чтобы эти причины не развились, чтобы эффекты этих неблагоприятных генов не проявились, и женщина выносила ребенка. Такой женщине можно помочь? Так, безусловно. Так это мы уже помогли, знаете, не 1000 женщин, а больше. У нас столько крестников, мы их называем, у нас столько благодарственных писем. Вот мы провели опрос 1000 женщин, которые не могли родить детей. Из них 86,6%, то есть это 860 человек, родили уже детей. Ну, кому-то не назначили лечение, у кого-то случились другие причины невынашивания. Но 860 из 1000, 866 детей из 1000 родились, и причем две женщины двойни выносили.
То есть, конечно, мы можем помочь. И поэтому у нас прям целая книга писем, которую без слез читать невозможно, что это была единственная надежда. А вы можете представить, что такое для женщины и для семьи иметь или не иметь ребенка? И что такое вообще потерять ребенка? То есть когда-то говорили о том, что может эко спасти, а тут фактически можно даже другим способом стать родителями. Вы понимаете, это немножко разные вещи. Эко применяют тогда, когда женщина не может забеременеть. А мы имеем дело тогда, когда беременность наступает, но обычно в первом триместре наступает или выкидыш, или замершая беременность. Но я могу объяснить, в чем дело. Дело в том, что если есть потенциальная склонность к тромбообразованию, она обычно проявляется или в пожилом возрасте, как инфаркт, инсульт, или беременность может являться провоцирующим фактором. У таких женщин в плаценте возникают тромбы, закупоривают пуповину. Естественно, плод не получает ни кислорода, ни питательных веществ. В итоге или выкидыш, или замершая беременность. И когда мы это выявляем, врачи применяют средства, которые, можно сказать, разжижают кровь. В общем, препятствуют тромбообразованию. И все. И женщина вынашивает, и вовремя рожает ребенка. Представляете? Очень интересная спортивная тема, о которой вы сказали. Ведь даже наши чемпионы, смотрите, им повезло, что они попали и выбрали именно тот спорт, где они смогли достичь больших результатов. А могло случайно так получиться, что другой тренер бы их заметил. Они пришли бы в другой вид спорта, и уже не было бы такой блестящей карьеры. Вы знаете, да, до сих пор все это, можно сказать, основывалось на случайностях. Вот я даже могу привести пример. Есть такой пловец Мэтт Бионди, у него рост 2 метра 4 сантиметра, его сначала отдали в баскетбол. И он несколько лет занимался безуспешно. А когда догадались попробовать его в плавании, он за 4 года стал олимпийским чемпионом. Выдающимся чемпионом, понимаете? То есть раньше все это тренеры определяли по своим критериям, которые у них есть. Сейчас же появилась возможность уже у ребенка сразу после рождения или в любом возрасте, обычно 4-5 лет приводят к нам детей, определить, во-первых, может ли он быть чемпионом, есть ли у него гены таланта. Может быть, если у него самые обычные способности, то не надо его настраивать, не надо ему там покупать дорогое обмундирование для хоккея. Папа мечтал и отдает ребенка, а у него не получается. Его заставляют, говорят, ты ленишься, мы там столько потратились на тебя. И это плохо кончается, ребенок просто перестанет ходить в эту секцию или будут нарушения для здоровья, понимаете? Все-таки выходит, есть ген таланта? Это не один ген, это одного гена нет, но целый комплекс генов, который необходим для того, чтобы человек мог добиваться больших результатов. Есть примеры, когда действительно вы помогли определиться с видом спорта и пошли успехи? Вы знаете, когда мы генотипируем маленьких детей, которым 5 лет, то успехи будут через 10-15 лет. Поэтому мы тут еще ничего особенного сказать не можем, кроме того, что мы советуем специализацию. То есть спринтер этот ребенок, или стайер, или командный игрок. Но мы протестировали очень много олимпийских чемпионов, национальные сборные команды, олимпийские команды, и мы им тоже помогли. Потому что, понимаете, даже у выдающихся спортсменов есть неблагоприятные варианты генов, например, даже те же гены тромбообразования. И, в принципе, это конфиденциальная информация, но я могу говорить о том, что было в газетах, о нашем лыжнике, у которого случилась тромбоэмболия легких. И он был серебряным призером Олимпийских игр, и все, вся жизнь его пошла под откос. А мы ему уже сделали паспорт, представляете? Если бы на неделю раньше мы бы передали, а там у него была опасная мутация. И если бы мы вовремя передали бы этот паспорт, врачи бы приняли меры, он бы до сих пор бы медали получал. Но другим спортсменам врачи команд использовали какие-то наши наработки. Опять, о чем я могу говорить, то, что всем известно. Наши биатлонисты, они никогда не живут во время Олимпиад наверху в горах. Они берут специальный транспорт, специальную охрану, но едут вниз. Это, опять же, благодаря нашим исследованиям, потому что мы показали, что им противопоказана постоянная гипоксия.
И врачи, вот особенно Семенников Андрей Васильевич, он очень продвинутый врач, он очень хорошо понял все наши исследования, использовал их, и результаты команды выросли. То есть есть спортсмены, которые это переносят, есть, которые нет. У каждого есть особенности. Да, конечно. У нас поступает очень много вопросов. Ирма Борисовна, вот самые, видимо, основные, актуальные, это все-таки возраст, когда стоит обращаться к вам, делать генетический паспорт. Вот вы сказали насчет того, что важно очень для уже детей, подрастающих детей, посмотреть, как у них будет складываться судьба в будущем. А вот мужчина спрашивает, говорит, а вот в 40-50 лет стоит ли обращаться? Безусловно, безусловно. Это как раз возраст, когда чаще всего к нам обращаются, когда люди начинают задумываться о своем будущем, понимают, что могут быть какие-то заболевания, и это как раз очень важный возраст. Но, в принципе, можно, начиная с самого рождения, до где-то 50-60 лет, потому что, как правило, уже эти заболевания проявляются в более пожилом возрасте. Но вот 40-50 – это еще как раз очень важный возраст. Александр Михайлович спрашивает, вот можно ли пройти тест на мутацию генов, вот конкретных заболеваний, вот нервно-мышечной ткани, вот его в частности интересует. А слушательница спрашивает, можно ли, допустим, проверить именно наследственное заболевание, есть ли такой ген, особенно с серьезной патологией, когда вот слепота, глухота. И вот позвонил мужчина только что, конечно, очень важно заболевание онкологического плана, вот возможно ли это проверять? Поняла. Что касается костно-мышечных заболеваний, то мы как раз этими генами занимаемся. Мы и риск остеопороза можем определить, гены, которые ответственны за риск остеопороза, и растяжение связок и сухожилий, и различные патологии костно-мышечной системы. Это мы делаем. Что касается наследственных заболеваний, то этим занимается РНПЦ «Мать и дитя». Мы же занимаемся многофакторными заболеваниями. То есть наследственность зависит только от генов и не зависит от образа жизни. И там мы мало чем можем человеку помочь. Поэтому это обращайтесь в РНПЦ «Мать и дитя». Что касается онкологических заболеваний, этот вопрос очень сложный. Мы этим не занимаемся, я объясню почему. Дело в том, что генетические механизмы онкологических заболеваний еще до конца не выяснены. Но уже известно, что за них могут отвечать сотни и даже тысячи генов. Поэтому, если мы исследуем даже 100 генов, мы не сможем точно сказать, есть риск или нет. И тем более в отношении онкологических заболеваний очень сильно влияние психики. Очень много фактов о том, что депрессивные состояния являются часто причиной онкологии, какие-то несчастные случаи. Поэтому, и кроме того, даже если мы выявим риск, мы не сможем предложить какую-то профилактику, то есть помочь человеку мы не сможем. Поэтому мы решили этим не заниматься, чтобы просто лишний моральный груз человеку не создавать. Ирма Борисовна, вот как раз вот в развитии этой темы по психосоматику. Вот слушатель позвонил и говорил, человек получает паспорт, ну, когда ребенок, это понятно, он не сознает каких-то своих конкретных, в общем-то, показателей. А взрослый человек, ему говорят, какие-то есть вот у него склонности к одним, тем, другим заболеваниям. Вот как это будет влиять именно психологически? На психику. Да, как будет настраивать? Вот вы сказали, настраивает на здоровый образ жизни. А не может ли, так говорится, в обратную сторону угнетать его? Нет. В том-то и дело. Мы же не выявляем тех заболеваний, с которыми ничего нельзя сделать и нельзя никак человеку помочь. Мы в генетическом паспорте исследуем те заболевания многофакторные, которые можно предотвратить. Я об этом говорила. И причем очень просто. Буквально заменить образ жизни. Мы, конечно, все знаем, что нужно вести здоровый образ жизни. Но человек слаб. Он думает, ай, ну ладно, ну мне это не грозит. Вот мой дедушка пил, курил и 90 лет жил. Может, и мне повезет. Но у дедушки мог быть другой генотип. Поэтому, если мы выявляем у человека высокий риск, мы ему объясняем, что ничего в этом нет страшного, что нужно просто принять вот такие-то меры, и у вас этого не будет. Поэтому это не приговор, я повторяю, это руководство к действию.
И у нас все люди, наоборот, они рады, что вот я выявил, я теперь знаю, и у меня теперь это не случится. Поэтому... Я так думаю, что вот за генетическим паспортом сейчас как раз идут люди активные, которые понимают, в общем-то, важность вот безусловно, этого. Для того, чтобы, в общем-то, построить свою жизнь правильно. И, конечно, очень много вопросов о цене вопроса, как говорится. О цене вопроса. И есть предложение о том, что можно ли вообще белорусам, так сказать, вот сделать чуть ли не бесплатно такое исследование. Я думаю, что со временем так и будет. Со временем, конечно, нужно будет, чтобы у всех были генетические паспорта. И я надеюсь, что государство об этом позаботится, но когда это будет, мы не знаем. А пока у нас, во-первых, есть скидки. Если человек заказывает паспорт дороже 400 рублей, у него уже есть скидки. А вот сейчас для юбилейных наших посетителей у нас были скидки 30% и 50%. Но все-таки, как правило, конечно, понимаете, мы государственное учреждение, не коммерческое. И мы пользуемся дорогостоящими импортными реактивами. Поэтому бесплатно мы практически не можем делать эти паспорта. А цена зависит от количества генов. Это может быть и 150 рублей, и 270, и максимальное может быть 670, если вы берете и здоровье, и спорт, и невынашивание. Все. В общем, чем больше услуг, тем, естественно, это будет дороже. Очень интересный вопрос. Вот только что пришел к нам смс-вопрос. Пожалуйста, подскажите, а можно ли вот по генам определить психическое здоровье человека, лидерские качества и вообще все, что касается эмоциональной стороны? Ой, это очень интересный вопрос. Конечно, эта область генетики человека чрезвычайно интересна. Мы сейчас этим занимаемся. Но пока это еще идут научные исследования. Понимаете, прежде чем начинать делать услуги и выявлять у человека какие-то признаки, надо провести научные исследования. Мы занимались и сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочими. И сейчас как раз вот у нас есть союзная программа вместе с Россией. Мы изучаем механизмы психоэмоциональной деятельности, стрессоустойчивости. И я думаю, что через год-два мы действительно начнем выявлять еще и эти параметры у людей. Ну вот у нас есть школы лидера. Молодых людей, в общем-то, изучают, обучают для того, чтобы действительно быть лидером в коллективе, достигать больших результатов. Оказывается, но гены они не изучают. Гены не изучают. То есть, видимо, видите, и тут важно вот как раз изучение этой области. Может быть, обучать можно, а человек все равно не станет лидером. Да, понимаете, как раз очень важно, чтобы были и гены, и вот такое обучение. Потому что можно иметь гены чемпионов, но лежать на диване и ничего не делать, и чемпионом, конечно, не стать. С другой стороны, если есть необходимых генов, то никакой труд, никакие деньги не сделают чемпиона, если у него нет генетических задатков. То же самое с лидерами. Вы можете обучать людей, вы можете ему внушать. Но если он, например, флегматик, он родился флегматиком, он не будет лидером. Никогда. Поэтому, конечно, здесь тоже очень важно. Темперамент тоже изменить можно? Нет. Если человек родился... Понимаете, здесь уже очень сильный вклад генов. Рождаются и сангвиники, и холерики, и флегматики. Конечно, воспитание позволяет немножко сгладить эти особенности. Но все равно никогда флегматик не станет холериком. Никогда холерик не станет флегматиком. Ирма Борисовна, вот 15 тысяч паспортов генетических уже подготовлено. И можно ли проанализировать в целом тенденцию какую-то, какие риски есть у белорусов, какие способности, чем люди более талантливые, может быть, в чем-то. Вы знаете, вот как раз я могу сказать по психоэмоциональным качествам белорусской популяции, мы ее уже изучили в плане научной работы, и вот мне очень нравится, что белорусская популяция отличается низким уровнем депрессии. То есть очень мало людей, испытывающих депрессивное состояние. Большая часть популяции является более стрессоустойчивой. И еще интересно, что мужчины оказываются более стрессоустойчивы, чем женщины. У них меньше чувства тревоги, чем у женщин. Но это, в общем-то, объяснимо, потому что женщина эволюционно создана для того, чтобы оберегать и бояться. И еще вот такой факт, что чем выше образование, уровень образования и у женщин, и у мужчин, тем они более стрессоустойчивы, менее подвержены тревогам.
А почему белорусы живут меньше, например, чем те же японцы или жители ряда стран Европы? Объясняют это часто поведением, образом жизни, но, может быть, не только, может быть, в генах что-то определено? Нет, нет, нет. Я думаю, что дело не в генах. Дело в том, что, конечно, питание у нас недостаточно хорошее. Да и что греха таить, медицина. Ведь во многих странах обязательно ежегодно или даже два раза в год полностью проверяют людей. У них страховка, если он не пройдет это обследование, ему страховку не подпишут. А у нас мужчины могут и 20 лет в поликлинику не пойти. Пока уже что-то не случится, он не проверит себя, а потом уже бывает поздно. Вот пришло СМС от нашей слушательницы, которая только вчера получила генетический паспорт. Ну вот здорово. Она настолько рада и вот передает вам слова благодарности, да, за то, что можно вот сделать такой простой, доступный анализ и узнать, можно сказать, свое будущее. Ну, я очень рада. Мы действительно очень гордимся тем, что мы приносим пользу. Тем более, когда получаем такие письма, когда нам приносят деток, рожденных благодаря нашим услугам. Ну, мы сейчас работаем, конечно, с НПЦ «Мать и дитя» вместе. Готовим инструкцию для Минздрава, которая уже будет повсеместно проверять женщин. Ну и, конечно, очень много желающих, и у нас, судя по звонкам, прийти к вам и сделать свой генетический паспорт. Ну, если прекрасно. Можно, назовите, может быть, какие-то координаты. Телефоны. Да, телефоны, куда можно обращаться. Ну, во-первых, можно записаться на нашем сайте, и там посмотреть и прескурант, и все условия. Наш сайт, ну, английскими буквами генпаспорт, потом IGC, кто знает английский, BY. А телефоны я, пожалуйста, могу назвать. Мобильный телефон – это МТС 033-380-50-40, а стационарный телефон – 385-97-39. Я знаю, даже иностранцы делают, да? Да, у нас паспорта. Да. Вы знаете, у нас намного дешевле. И самое главное, я не сказала, наша лаборатория, во-первых, аккредитованная, и у нас есть международный сертификат. Нас постоянно проверяют из Института биоаналитики Германии, который проверяет все генетические лаборатории мира. И у нас никогда не было ни одной ошибки. Хотя у других лабораторий это случается. Поэтому мы ежегодно получаем сертификаты о качестве наших работ. Поэтому иностранцы, которые знают, что мы работаем на высоком уровне, причем дешевле, чем где бы то ни было, они приезжают. Даже из Маврикии 2 недели пара добиралась до нас. У женщины было не вынашивание, а муж это узнал, и вот они к нам приехали. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Актуальный все. Микрофон завершен. Сегодня у нашей студии была загадчица лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, доктор биологических наук, профессор Ирма Масе. Вели программу Алина Давидович, Дмитрий Грубашный. До встречи. Актуальный микрофон.